Господа и примкнувшие к ним дамы, здравствуйте, это канал, который называется Инстаграм, с вами я, Олег, и сегодня у меня очередная рубрика «Посылка от подписчика». Сразу скажу спасибо Владу из города Смоленска, это тот самый Влад, который когда-то, когда мы ездили туда на закупы, нас там водил по разным магазинам, все, потом вот в преддверии Нового года Влад сказал, говорит: ребят, дайте-ка я вам вышлю одну посылочку, тут после Нового года другая. Там буквально недавно уже и третья успела прийти, а все скапливается, скапливается. Мне уже дома, короче, ставить некуда. Думаю, ну ладно, начну. Те вещи, которые можно одному записать, я запишу один. Настойка клюква, дикая клюква, настойка горькая, коноплянка на спирте альфа. Значит, что у нас тут в составе? Спирт этилоэктрифицированный из пищевого сырья альфа, вода питьевая подготовленная, сок клюквенный спиртованный, сок яблочный спиртованный, сахар, спиртованный настой цветков липы, спиртованный настой мяты перечной, спиртованный настой смирнониса, спиртованный настой чабреца, экстракт сухих ягод аронии и клюква, регулятор кислотности, лимонная кислота. Производит все это ОАО «Минск Кристалл», управляющая компания. То есть вот это вот разливает непосредственно «Минск Кристалл». Парадоксально. Стоит это в России там 300 с копейками российских рублей. У нас, соответственно, коноплянки продаются по 10 белорусских. И, ну, единственное, я вот клюкву не встречал. Приехала в итоге ко мне из России клюква. Ну да ладно. Про напиток все знают, про это поговори с птичкой, если кто захочет, я уже миллион раз высказывался на других, на коноплянках, на журавушках, это про приложение очередного бомбления не буду делать, потому что это бесполезно. Открываем, и хотелось снять вот эту вот проклятую, но она не снимается до конца, ну и ладно, пускай пока так. Открываем, наливаем. Что мы? Буль хороший. Прямо вот качественный буль. Давайте понюхаем. Так, первое это все-таки чуть-чуть спиртик. За спиртиком начинается морсик. Клюквенный, но клюква есть, она присутствует, ее немного, но она присутствует. Знаете, вот такой самый близкий аналог, какой-нибудь сок добрый, вот выпускает, там у них есть, по-моему, линейка морс, где клюква. Вот что-то такое, только не сладкое, а спиртовое. Ну да, клюквой пахнет. Вот здесь претензий к тому, где моя клюква, как, допустим, к сябрам было. Здесь претензий нет. Здесь действительно клюква. Вопросов нет. А, кстати, 40? Или не 40? Сколько у вас этих самых оборотов? Мне же интересно. 40. И 6 грамм сахара на литр. Ну, настойка горькая, вполне себе. Чайная ложка получается на литр. Да. Ну что, давайте, як кажуть у народе, будем чувствоваться. Угу. Это настойка горько-сладкая. При том, что 6 грамм сахара на литр, сладость в ней солидная. Горечь во вкусе дает именно клюква. Клюквы здесь хватает. И вот это спасает эту настойку. Если бы клюквы было мало, это превратилось бы в какой-то сладкий ликер непонятного содержания. А так, очень яркая клюква. Ее много, она активная. И она за счет того, что сам по себе напиток подсоложенный, он умягчается, к
клюковка дает горчинку такую, и у вас какой-то, если есть там спиртовой off-notes за этим всем, он достаточно ярко перебивается. Поэтому я скажу, что это очень даже неплохо пьется. Вот по мне, это очень интересная вещь. Вот как Евгений любит ездить на маршрутке на свои фестивали рыцарские на дальние расстояния, и там в маршрутке слегка употреблять, ну и не слегка, потому что как-то мне Евгений с польской границы звонил, пытался выяснить, что брать из duty free. Значит, но дело в том, что он разговаривал так, что я его не мог понять. Уже к тому моменту он уже разговаривал по-фински, хоть и на польской границе. Вот, ну, суть в том, что, значит, вот эта вот штука, вот она, вот да, вот это вот то, что хочется, то, чего надо в эту поездку, вот да, это настойка, прям вот, ну, классический вариант настойки, когда вы получаете вкус продукта, вы получаете градус, вы получаете весь спектр удовольствий, которые там вы хотели, чтобы были заявлены. В общем, это приятная штука. Пока это хорошо. Не сказать, что там... Но очень даже ничего. Пришло время второй. Но опять же, вот она клюква, она, да, она раскроется, но вот очень клюквенно. Из бокала пахнет клюквой офигительно просто. Клюквой подсахаренный чуть-чуть. Прошу заметить. Повторяю, я даже выпилась лучше первой. Не столько сахарность чувствуется. Вот. Уже меньше сахарности. Может, это мне просто, не знаю, там, свои особенности. Вот. Но я просто прошлую запись, вот сегодня, я вчера, получается, две записал, сегодня две пишу. И прошлую сегодняшнюю запись у меня был самогон, и он такой, он был с горчинкой, хороший. И вот, может, мне после поэтому, после него, пускай через перерыв, мне показалось, что первая сладковата. Вторая уже мне не кажется сладкой. Это вполне себе настойка горькая. Она такая умягченная, но горькая. И она хорошо очень заходит. Очень хорошо. Прямо приятно-приятно. И вкус у него хороший, этот клюквенный. То есть вот для тех, кто не любит водку в чистом виде, а любит что-то вкусовое, блин, ребят, это круто. И учитывая цель, божеский, то есть там 340, 330, 350 российских рублей там, да. Соответственно, в Беларуси там 10-11. Ребят, ну это да, это достойное внимания настойка. Я вам более того скажу, если бы был Женя, и мы вот просто собравшись взяли, и после записи мы бы скорее всего вот эту настойку допили бы. И это и говорит о ней много хорошего. Давайте я еще хочу, вот это вот будет заключительное, а вот здесь я хочу все-таки проверить ее коктейльность. У меня все еще есть кола. Я немножко так один к одному. Мне интересно, что из этого получится. Ну вот, тут такой клюквенный яркий запах получается. Очень интересно. Ну, лучше, конечно, в чистом виде пить. Но можно и замешать. Единственное, может быть, не с колой. В общем-то, менее сладким, типа тоника. Тот же клюквенный морс. О, у нас он и сладкий, но он клюквенную составляющую не будет гасить. Там кофе этим и все прочим, что в холле есть.
Прикольно. Прикольно. Ну, кстати, тут из рюмки тоже хорошо пахнет на стойке. Но из рюмки запах вот слаще, чем из бокала. Именно запах слаще. Ощущение сахара больше из рюмки. Может, оно и при выпивании так. Мне вот бокал дал меньше сахара, а из рюмки больше сахара было в выпивании. Ну, фиг его знает. Ладно, резюмируем. Не будем долго тянуть кота за рога или быка за нерога. В общем, что непосредственно напитки можно сказать. Закусить его надо, но закусить его хочется вот яблочками. Ну, вот эти вот все там мясные штуки, сало шмало не сюда. Сюда яблочко, виноградик какой-то, персик, абрикосик там, знаете ли, сырочек с мармеладиком, вот что-нибудь такое, вот такой кинопешечка какая-нибудь там, да, такой лайт. Я бы ее не использовал под острую горячую закуску, там, под уху, под прочие борщищи и прочие солянки, я бы это не брал, потому что немножко не тот напиток. Под щи-борщи вот хорошо самогончик, там, водочка, а вот это вот надо под лайтик такой. Знаете, где канапешечка, оп, такое что-то маленькое, хлоп, скушал и хорошо. По поводу вкусовых ощущений, хорошая настойка, все чувствуется, все хорошо, спиртуозность, я бы сказал, очень умеренная, для кого-то может быть даже отсутствующая, то есть тут все зависит от того, насколько тонко там ваши рецепторы это чувствуют. По оценке, я бы сказал, что это типичный представитель напитка, который соответствует полностью своему ценнику. Это вот идеальный напиток за свои деньги. Даже чуть-чуть лучше, поэтому 7,5 железно. Брать это, вот для меня это в дорогу вариант хороший. Да, потому что он водярой не воняет, пьется легко, закуску требует, соответственно, вот такую мелкую какую-то. Открыли упаковочку, там, допустим, сыр вот так хлоп-хлоп сделали, да, какое-то яблочко еще порезали, и все, не надо вот этого, вот знаете, как с водкой или с самогоном, там, курицу эту в поезде, яйца эти, вот все это вот, чтобы потом проводник заходил и говорил, так, ребят, не имейте совесть, ну что, а здесь можно, проводник зашел, бутылка за спиной стоит, что, сырок кушаем, вон, вот. Ну и ладно, и все, ну и хорошо, и приятной вам дороги. Ну, типа того. Все, наверное, что хотел сказать, сказал. Большое спасибо, что смотрите. А если смотрите, то подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, чтобы дзинь-дзинь-дзинь, и вам раз прилетело уведомление о новом видосе. На Бусти можете нас поддерживать вот сюда, там ссылочки все в описании есть. Ну, а также заходите в наш телеграм-канал, телеграм-чат. Можете посещать также ВКонтакт, Инстаграм я веду. В общем, даже где там еще? На Пикабу, по-моему, Евгений даже пишет посты иногда по мотивам обзоров, а иногда и просто от души. То есть милости просим во все наши социальные мережи, як кажуть у нас у славян. Большое спасибо еще раз. Всего хорошего. Пейте хорошие напитки. Будьте здоровы, живите богато. С вами был канал Инстаграм. До новых встреч.